Приветули-ребятули! Продолжаем прохождение игры «Двойное зеркало». С вами Большой Тиби. Большой Тиби! Напомню, мы ищем нашего второго «Я». Нашего второго «Я». Я, ты, мы, они. Здесь как-то так, они как-то вышли здесь. Блин. Ну, красота, ничего не скажешь. Классная превьюшка. А можно назад? Нет? Блин, я бы зеркало сделал бы еще бы. Селфи. Для превью... Бля. Какая-то минута у нас. Блин, время засечь забыл. Ну, где-то минутка, да? Или секунд 30. Ладно. Найду. Хорошо, хоть не все видео лопатить нужно. Эй. Привет. Эй. Привет. Я подозревал, что рано или поздно до этого дойдет. Знаешь, я не ожидал, что ты можешь быть таким открытым. Особенно с Джоан и Санной. Наконец-то ты встал на правильный путь. Думаю, тут есть моя заслуга. Это да. Я делаю, что могу. По-моему, мы с тобой хорошая команда. Было сложно, но ты шел на уступки. Подстраивался под других. Приятно, ведь ощущение чего? Были хорошие моменты, но для меня это неестественно. Я понимаю, почему тебе так кажется. Твой мир расколот надвое и обратно не собирается. Есть Сэм, успешный взрослый человек. А есть Сэм, депрессивный, повернутый на правде мизантроп, который не понимает, что объективная реальность — это миф. Вот тебе правда. Чтобы быть счастливым, иногда надо думать о людях, а не о доводах. Фактах, не доводах. Я сделал выбор, не знаю, хватит ли мне сил. Давай. На словах все так просто. Я не уверен, что справлюсь. Конечно, надо будет поработать, но все пройдет. Но все придет. Невозможно наслаждаться жизнью, когда тащишь на себе тяжесть всего мира. А как же тогда мир? У всего есть цена. Слушай, ты столько мне помогал. Даже сегодня, если бы не ты, я бы так и застрял в своей голове в этой панике. Строго говоря, сейчас ситуация именно такая. Но спасибо за комплимент. Мы оба знаем, что я не могу разорваться надвое. Пора выбрать что-то одно. Выбрать меня, стать частью общества, стать счастливым. Забыть лишнее, понять потребности других. Перестать притворяться другим человеком. Или гнаться за несуществующей правдой и отказаться от отношений с людьми. Но трезво смотреть на мир и менять его к лучшему. Несмотря на возможные последствия. Пора. Дороги две, но выбрать можно только одну. Ебать. Чертоги разума, выбрать его. Нихера себе. Бля. Чертоги разума помогают нам анализировать и все остальное. Он же нам подсказывает.
Я вот что скажу, херово и то потерять. Оно все выгодно. Чертоги разума. Или его выбрать. Он помогает нам общаться с людьми и все тому подобное, да? Он был с детства. Помогал найти общий язык. Чертоги помогают нам анализировать воспоминания, да? И мы можем за счет этого понять, как сделать лучше. Давайте, наверное, его выберем. Не знаю. Это мой выбор. Я так старался, но только сломал себе жизнь. Хватит. Я устал. Тебе просто надо больше думать об окружающих и чуть меньше про все остальное. Знаю. Я готов. Будет непросто, но мы с тобой. У нас все получится. Мы заодно. Давай, Петюля. Блин, вот это, конечно, да, вот это кроет. Это, кстати, уже, блин, скажу честно, как бы хреновато вот это, что приходится выбирать между двумя способами. Либо без него остаться. Она, наверное, ушла искать тайник Дики. Нельзя бросать ее тут одну. Да, но некоторые решения не отложить. Согласен. Идем, Сэм. Идем. Скорее, Сэм. Тут не ловят. Если что, на помощь не позвать. Так, теперь давайте. Мы... Снова этот парк. Только в этот раз... Получается, не получается туда пройти. Ладно, давайте... проэкспериментировать. А, место для встреч. Возможно, Деклан уже здесь. Надо быть начеку. Опа. Кострище. Шприцы, бутылки. Тяжелые времена сейчас в Басвуде. Но мы это уже видели. Место до встреч. Это туда, да? Мне почему-то кажется, что, наверное, бинокль... Стоп. Или это будка? Что, наконец-то справился с собой и готов мне все-таки помочь? Я за тебя испугалась? Извини, у меня был приступ к панике. Просто, что... Прости, что подверг нас опасности. Все это в прошлом. Я на 100% в реальном мире. Ладно. Рада тебя видеть. Получается, еще немного, и все это безумие наконец-то закончится? Надеюсь, конец будет хороший. Хочется хоть как-то отомстить за Ника. Пусть все это... что? Если хочешь, уезжай. Зачем рисковать нам обоим? Если хочешь, езжай домой. Может, так даже будет лучше. Как мило. Какой ты у нас мачо. Я знаю, что рискую, но пока что все шло неплохо, правда же? Так что хорошая попытка, но я от тебя так просто не отстану. Я-то знаю, какая ты упертая, но вдруг бы согласиться. Надо как можно скорее найти флешку. Как дела? Ее нигде нет. Мне просто кажется, что ты... Дики не говорил, где этот тайник? Нет, придется искать дальше. Ты с той стороны уже смотрела?
Я уже везде смотрела. Но пока только жвачку под столом, под столами нашла. Деклан вот-вот придет. Надо спешить. Тут и никак быть не может, слишком ненадежно. Костер. Костер. Не знаю, почему. Блядь. А, ну да. Ну, тогда давайте этот... бинокль. У меня почему-то бинокль только перепадает. Что это здесь нарисовано? Мусорка? Навряд ли. Знак «Проход запрещен». Опасный трамп уходит во тьму. Отличная метафора для нынешней ситуации. Навряд ли там. Не знаю, почему он меня тянет именно к биноклю. Наконец-то могу оценить всех, все в комплексе. Я стал собой благодаря прошлому. Затаскано, но правда. Дороги... дорого мне дался этот урок. Прых. Скок. А, короче, здесь, да, только варианты? Ну, больше я не знаю тогда. Изучить. По-любому Деклан же придет. Контейнер для еды, лимонад. Игрушка нет. Лимонад. Тут флешку не спрятать. Почему? Можно. Тухлая еда. Нет, это даже для Дики слишком мерзко. Блин, тогда я... Блять. На самом видном месте. Ты прикалываешься? Нашел. Правда? Дай посмотреть. Теперь... теперь Деклан сейчас появится, по-любому, как всегда же. Мы засадим Деклан за решетку и докажем, что ты не виноват. Пойдем. Стоять. Деклан. Разламьтесь, ребята. Вижу нас с вами. А теперь посадайте мне то, что вы только что нашли в ящике. Ты. Как ты мог смотреть людям в глаза и нагло врать? Ты на поминках был. Пил с его друзьями. Это мне тяжело удалось. Почему ты предал свой долг? За что ты убил Ника? Что будет теперь? Почему ты предал свой долг? Куда делся честный защитник города? Ты не в курсе, как теряет контроль над ситуацией? Как что-то невинное выходит боком и становится только хуже, а потом сам попробуй рвать жопу за одну зарплату, когда тебе все за спиной оскорбляет. Я много лет городу отдал. И я правда верил, что делаю хорошее дело. А потом ты убил Ника. Не надо думать, что я... какое-то удовольствие получил. Мне пришлось. Да и с этим пьяным идиотом Деннисом то же самое. Я хотел понять, сколько он знает, и добиться, чтобы держал язык за зубами. Оказалось, он знает слишком много. Сейчас итог может быть и другим. Всегда есть какие-то варианты. Я смотрю, ты как будто даже не поумнел, Хиггс. Не хочешь наступать на те же грабли, что 2 года назад? Херня эти все высокие идеалы, да? А как же Басвуд? Ты всегда любил наш город, его жители, историей интересовался. Как так? Да я его больше всех тут люблю. Я всю жизнь ему отдал. Все тебе жмут руку, рассыпаются в благодарностях. А стоит отвернуться, всадят нож в спину. Со временем я понял, что люди подлые. С этим можно только смириться. И что-то где-то замолчать. Кто-то все равно на этом заработает. Почему не я? Ники Ди. Деннис, вот этого я не хотел. Но что уж теперь. И больше я хвостов не оставлю. Она что-то задумала. Воззвать к его совести, шагнуть вперед, отвлечь его криком. Им давай шагнуть вперед. Деклан. Подумай, что ты творишь. Тебя правда все устраивает? Ты убил Ника. Убил Денниса. Организовал Басвуди наркоторговлю. На этом все могло бы закончиться, но ты опять понес не свое дело. И теперь мне придется разбираться с двумя свидетелями.
Дело плохо. Будь начеку. Тут каждое слово на вес золота. Твоя задача его отвлечь. Тогда вы с Анной получите преимущество. Будет непросто. Но помни, я с тобой. Каждую секунду и до конца. Ну скажи мне, почему ты мне просто вас... Почему мне просто вас не убить? Спокойно. Если он не стреляет, значит думай, что есть вариант получше. Иначе давно бы выстрелил. Ты не такой. Такой, если он пристрелил. Тебе это невыгодно. Ты не такой, давай, так. Тебе это невыгодно. Чем скорее ты это поймешь, тем лучше. Блядь, я другой выбрал. Я насчет тебя ошибался, Сэмми. Не такой уж ты умник. Он имеет в виду, что еще два трупа не пройдут замеченными. Тебе проще нас отпустить. Мы будем молчать. Ха. Лучше бы ты переговоры Ане доверил, Хикс. Слушай, я не хочу вас убивать, но честно, ничего личного. Хотя бы себе не ври, понятно же, что это личное. Но ты нас не убьешь. С чего ты взял? Душу мне заглянул. Тебя, Дик, тебя сдаст, возможно, обойтись без самоубийства. А, без убийств. Он хочет, чтобы все было по-старому, хочет все замять. Если он решит, что вы ему помешаете, то выстрелит. Нет, можно быть здесь без убийства. Ты же не маньяк какой-то, Деклан. Ты сам оказался в тупике. Думаю, ты никого убивать не хотел. Дикий еще жив. Ты ведь его мог убить, но не стал. Ты все еще полицейский, и ты любишь свой город. Может, ты и прав, Сэм. Может, я в душу никому не желаю зла. А может, у меня еще были планы на Дики. Кстати, я собирался нанести ему визит, когда данные будут у меня. Ты его не найдешь. Если мы исчезнем, он будет скрываться. Ты блефуешь. По-твоему, мы еще можем разойтись миром? И как, например? Сознайся во всем, заплати нам, забирай файлы и уходи, блядь. Невыгодно. Он строит из себя гангстера, но хочет подстраховаться, ему нужны гарантии. Он уверен, что честных людей не существует. Сознайся во всем. Заплати нам, да? Блядь, ну такой себе вариант. А заплати нам. А выбирай файлы и уходи. Какой вариант будет, что будет? Я не умею так предсказывать, как он. Сознайся во всем. Если сейчас сознаться, тогда что будет? Заплати нам. Блядь, ну деньги требовать от него. Давай, заплати нам. Заплати нам наркоденьги за наше молчание. Сэмюэл Хикс требует взятку. Как интересно. Это твоя страховка. Такой договор сделает нас твоими сообщниками. Если мы донесем на тебя, то уничтожим и свою репутацию. С чего тебе доверять? Я тебя знаю. Тебе тексты важнее людей. Твоя статья потянула на дно весь наш город. А мы потом за тобой подтирали. Если я вас отпущу, кто сказал, что старая история не повторится? Он полицейский и преступник. Он знает, как выглядит человек, доведенный до отчаяния. Будь спокоен, веди себя уверенно. То, что ты смотришь в дуло пистолета, он уже наверняка отметил. Я жить хочу. Я не повторю тоже. В тот раз неудобная правда меня всю жизнь поломала. И не только мне. Я эту ошибку больше не повторю. Блядь, заткнись, куда ты попёрлась? Что, сделал выводы? Не знаю, Сэм. Подозреваю, это ты сообщил в полицию про тело Денниса. Даже себя поставить под удар не побоялся. А поставился ты крупно. Но ваша смерть выйдет мне боком. Тут ты прав. Так что давай-ка ты отойдешь, отдашь мне флешку, Анна, и все будет хорошо. Забирай.
Осталось чуть-чуть, Сэм. Она сейчас на него нападет. Отвлеки его на себя. Честное слово, я не подведу. Это мы посмотрим, Сэм. Это мы посмотрим. Козлина! Сука. Да вмажь ты ему, скинь его с горы! Блять, ты сука, пидорас! У меня были немного другие планы. Алло, тут же девушку стреляли, нужна скорая. Пожалуйста, быстрее. Зажми. Зажми рану. Okay, good. Так, молодец, держись, пожалуйста, держись. Я нормально, честно. Анна, нет. Я не знаю, можно было ее спасти? Можно было... Нет, да. Кинуться на него? Получено достижение дипломат. С вами я, Кэрри Джеймс, и вы слушаете Басовскую волну 104.3. Слышали новость? Местный полицейский, застреленный на прошлой неделе, оказался главой наркокартеля, который торговал опиодами прямо в Басвуде. Ужасно! Злоупотребляя служебными положениями, он возил в город наркотики со всей страны, а также убил двоих человек и попытки скрыть преступление. Но есть и хорошая новость. Журналистка, которую ранил этот служитель закона, сегодня выписалась из больницы. Опа, это зашибись. Я думал, все, она уже коньки отбросила. Сэм, рад вас видеть. Опять он? Похоже, он искренне хочет стать здесь своим. Впрочем, нет. Хью хочет, чтобы его считали своим. Тяжело выдалась неделя. Я тоже рад вас видеть. Вы близко знакомы? Бам. Я тоже рад. Не знал, что вы с Анной близко знакомы. Близким. Близким наше знакомство пока не называть, но я хотел ее навестить. Нельзя быть свободным от общества, Сэм. Много кто к ней пришел, Кэти, Уолтер, Бес, но я как будто переступаю границу. Но порой это необходимо, чтобы стать своим. Я знаю, как это, когда ты не включен в сообщество. Верно. Да, чтобы пустить корни, требуется время и усилия. Кэти. Нам, чужакам, надо друг друга держаться, чтобы свои не прознали, как они нас пугают. О, да. Я эгоист. Вы здесь все же не ради меня. Думаю, Анна вас заждалась. Хорошего дня. Нет. Всего вам хорошего, молодой человек. Спасибо. Вы хотите сказать, что уже все, конец истории, да? Вижу, я не один пришел навестить Анну. Как хорошо, что ее наконец-то выписали. Блин, ролики по часу, конечно, да, игры проходятся быстро. Но, блин, с таким темпом я скоро вообще не буду знать, что можно записать, потому что я сколько раз тут в Стиме, допустим, листал. Блин, ну, вообще, скажу честно, ничего интересного нету. Сейчас пизды получит еще от папаши. Сэм! Придержи лошадей. Она с шерифом общается. Наверное, лучше им не мешать. Хорошо. Как вы, Джо? Как я? Сынок! Спасибо, что пришел навестить Анну. Но это ничего не меняет. Моя девочка ранена. Тяжело ранена. А ведь если бы не ты, могло быть хуже. Ты молодец. Видишь, я же говорил, что дать ему слово защитить Анну, это правильно. Чего? Кто знает, может, чувство долга придало тебе силы в бою с Декланом? Но ты правда молодец, красавчик, чувак. Если мужчина дал слово, он обязан его сдержать. О, да наш патриарх любит мачизм. Он оценит. Верно говоришь.
Знаешь, она рассказала мне, что было на скале. Сказала, ее спасло то, что ты просчитал Деклана. Деклан был простым человеком. Жажда власти, агрессия, жадность. А там уж... Способность увидеть самую человека — это настоящий дар. Я знаю, что ты к моей дочери пришел. И сегодня ты в этом не одинок. Много добрых людей пришли в гости, хоть ее и проверили. Заходи, Сэм. Мало осталось ребят с хорошим крепким рукопожатием. Он коней сейчас двинет. Да не. Да, здесь кто-то был. Ой, блядь, опять этот толстяк. Как я его ненавижу. Вкусности. Давай поедим. Не хочу я к нему идти. Давайте мы его пропустим, да? Погнали лучше вон к букашке. С ней хоть приятнее общаться. Где они? Где папины блокноты? Такие еще желтые. Потом их поищешь. Там люди только подъехали, иди поздравь. Желтые были его любимые, я хотела тоже в них писать. Они точно где-то тут. Сейчас, еще буквально. Джон Олдер, я повторяю, не забираюсь. Ладно, ладно. Неважно. Осторожно, слоник. У нее плохой день. Или у тебя? Или у нее? Извини за эту сцену. И раньше-то было не очень, но теперь она совсем закрылась. Ей нужно время, чтобы осмыслить произошедшее. Столько всего случилось. Может быть, она просто больше не хочет жить в Басвуде. Ты не понимаешь, я не могу просто уехать. Кэти, я тебя не осуждаю, просто помочь хочу. Знаю, прости. Столько всего на меня навалилось. У вас, Джон, всегда был хороший контакт. Посоветуй что-нибудь. Так, тут нужно следить за словами. Кэти и так не сладко. Джон заметил, что ее мама злоупотребляет обезболивающими, но прямо требовать у нее объяснений нельзя. Кэти, Джон отдалилась, потому что ты в последнее время сама не своя. Она говорит, иногда ты ее как будто не замечаешь. Она тут ни при чем. И просто я работаю как лошадь. Недавно еще спину повредила, и... Она говорит, дело не только в этом. Ты пьешь таблетки. Мне больше ничего спины не помогает. И вообще, с ними легче. Слушай, я даже не представляю, как тяжело одной с ребенком. Но я не хочу, чтобы Джон потеряла последнего родителя. Боже. Я не думала, что все так плохо. Ты прав. Мне надо лечиться. Сэм, а ты мог бы иногда брать Джон к себе? Ей сейчас очень нужна поддержка близких. Конечно. Я буду только рад, Джон. Джон мало с кем из взрослых комфортно. Просто я думала, что смогу одна. Я готов тебе помогать. Спасибо. Если что-то понадобится, говори. Ты мне как брат. Пойду-ка с остальными поздороваюсь. До встречи. Блин, я не хочу с этой жаробасиной идти, блин, общаться. Он меня кумарит. Я вообще к людям, блин, как бы... С таким телосложением нормально отношусь, но просто, блин, именно к этому я не могу, блин, выкумаривать просто. Не знаю почему. Но мне не нравится. Я вообще хотел поговорить с букашкой, что они с этой. Ну, давай лучше с букашкой поговорим. Привет, букашка. Привет, слоник. Тут лучше ты. Я эту девочку не понимаю. Как ты? Нормально, вроде этот ответ все обычно хотят услышать. Мне можно сказать правду. Ну нет, букашка, скажи, как ты на самом деле себя чувствуешь? Знаешь, сегодня лучше, чем вчера. Наверное.
Я скучаю по папе, но когда я узнала правду, не знаю. Мне стало чуть легче. Со временем тебе станет легче. Когда, так даже когда тяжело, пожалуйста, ничего там, ты не одна, и твоя мама всегда будет с тобой, несмотря ни на что. А ты как? На этот раз ты останешься? Я еще не знаю. Но я сказал твоей маме, что буду давать ей от тебя отдохнуть. Правда? Да, я подумал, ты будешь рада со мной общаться. Ну, периодически. Наверное, да. Периодически. То есть, мы снова будем общаться. И даже играть на столке в кафе? Прямо как раньше. Хоть каждый день. А тут так и смотрят пообщаться. Просто видно, да? Ты просто чудо, слоник. Громко сказано. Слушай, мне надо к Анне. Но увидимся, ладно? Ага, только поскорее. Да, так и смотрят, думают, все-таки подошел ко мне, да? Раньше хотел со мной разговаривать, а все-таки решил подойти. А сейчас думаю, ой, блин, а что ты со мной не хочешь разговаривать? Подошел, молчишь. Ну, как-то даже неудобно. Как-то неудобно, думает. Что, он не хочет, да? Не хочет. Ладно, давай поговорим с тобой. Привет, Уолтер. Сэмюэль, мальчик мой, кого я вижу? Я все хотел позвонить, но звонить это как-то равнодушно. Как ты? Хорошо, что она с нами. Все могло быть гораздо хуже. Хуже всегда есть куда, да, всегда. Ты пережил настоящий кошмар, но я рад, что ты все еще с нами. Я и сам пару раз едва не встретился с Создателем. И должен сказать, не самым этим способом. Но начиная с цени жизни, это безусловно, и твои же близкие тоже. Бесследно это не проходит. Два человека, которых я считал родными, погибли. Один ранен. Пожалуй, пришло все-таки время отложить старые шпоры. Это выпуск Basswood Джунглей был последний. Джангл, точнее. Ты уверен? Может, не будешь торопиться с решением? Это на тебя не похоже. Первую мою неделю в редакции ты сказал, перо не меч, но щит. И ты оставишь город без щита? Моими же словами. Поверь, я это не по своей воле делаю. Но мое пламя погасло, и мне некому передать свой факел. Хотя... Тебе, да? Он предложит тебе стать главредом. Он и тогда не хотел тебя отпускать, но он отпускает очевидный вариант. А, упускать. Анна, ее связь с городом куда ближе, чем твоя, глубже, чем твоя. Правильно будет взять ее. Если, конечно, ты не заинтересован в этой работе сам. Ты один справишься с этой задачей. Ты уже не раз доказал, что ты прирожденный журналист. Надо было давно тебе это сказать. Ой, Анна, это огромная честь. Анна, это огромная честь. Возьми лучше Анну. Это огромная честь. Да и мы как бы оставаться решили, да, из-за букашки. Ты чё тогда не остаться? Это огромная честь. С тех пор, как ты ушел, объем у нас не прибавились. Если учесть общую ситуацию на рынке, не знаю, сколько мы еще про... Уолтер, все продано. Лови момент, пока я не отказался. Чудно. Не ожидал, что ты согласишься. Я не ожидал, что предложишь. С моим-то прошлым. С твоей готовностью бороться со злом и лицемерием с помощью бумаги и чернил. Таких храбрецов очень мало. Каждому городу очень нужен такой вот Сэмюэль. Нам много надо обсудить. Но ты ведь не к старому Орчину пришел. Можно дать тебе небольшой совет? Жить лучше, когда твои друзья рядом. Так, ну, вроде мы со всеми потрындели. Теперь можно
Можно, блин, да. Ну тогда сейчас, кстати, да, гулять просто. И смотри, не разлеживайся. Надо дышать, а то врачам только дай воля, они тебя на месяц запрут. О, Сэм, наконец-то ты перешел, я тебя искала. Я знаю, что ты пришел через ад. Это понятно. Если кто-то из сотрудников полиции может что-то для тебя сделать, или даже я сама, в общем, обращайся, хорошо? У меня для тебя в кои-то веки хорошая новость. На пистолете Денниса остались отпечатки Деклана. И поскольку ваши санные слова подкрепляют показания Дики, вы санное обвинение можете не бояться. Самооборона есть самооборона. До сих пор не поверю, что мой доверенный сотрудник вел наркоторговлю. Она боится, что теперь ее не переберут шерифом и пытается восстановить репутацию своего участка. Пока ты не ответил, помни, что дружить с шерифом бывает выгодно. Это я согласен, об этом я только что подумал. Кстати, да. Не вини себя. Вы не виноваты. Никого такого не ожидал. Я бы ему собственную жизнь доверила. Серьезность, целеустремленность, даже на грани одержимости. Трудно заметить гниль глубоко под полом. Я тоже такого не ожидал. Ты ни в чем не виноват. Спасибо, шериф. Просто Бес. Мы с тобой столько лет знакомы, чего уж там. Ладно, я бы осталась, но труба зовет. Береги себя, Сэм. Так, и где? Вон Анна, да? Последняя сплетница у нас на сегодня. А, да, кстати, зашу... Блин, ладно, потом уже еще потрендим. Если я не забуду. Вы, главное, мне не забудьте напомнить, хорошо? Ну что, привет. Ну что ж, привет. Я думал, может, ты и не придешь уже? Я хотел успеть сюда до тебя, но решил по дороге заехать на кладбище. Навестил, наконец, Ника. До сих пор не верится, что его нет, да? Я даже ждала услышать его голос, когда открывала дверь. Ты как? Звучит безумно, но как будто самый тяжелый день моей жизни наконец закончился. Да, я отлично понимаю, о чем ты. У меня тоже были такие дни, или мне казалось, что такие. Я иногда думаю, может, впереди меня ждет что-то еще хуже. Эй, это я пулю поймала. Не тебе тут на жизнь жаловаться. Ладно, извини. Как ты сам? Как ты все это осмысливаешь? Все хорошо? Мой мозг вполне успешно разложил все по полочкам. Все хорошо, правда. Прямо правда хорошо. Устрой мне мастер-класс, а то я не хочу, чтобы все было хорошо. Хорошо. Все уже закончилось. Файлы с ноутбука Ника потеряны. Но и преступника больше нет. Тут было, так прибыло. Чего? Что-то от нас ускользнуло. Ник был отличным журналистом. На флешке могло быть что-нибудь такое. Какое? И что это мы тут делаем? Обсасываем никому не нужные несовпадающие детальки? Даже не думай отбирать у меня мой хэппи-энд. Эй. Просто... Да. Все прошло. Я тут с Уолтером пообщался, он уходит на пенсию. Стоп, что? И предложил мне стать главредом. И что ты ответил? Я согласился. Не верю. Нет, правда. Тогда он дал мне отеческий совет и ушел. Понятно, что Уолтер тебе предложил, но как ты вообще мог согласиться? Просто я же тут вырос. То есть, ты решил остаться?
Думаю, да. Нельзя издавать Басфордскую газету, а жить в другом месте. Я буду рада, если ты останешься. Тебе визитки понадобятся? Визитки остались в прошлом. У нас тут 21 век, Хикс. Все новое, это давно забытое старое. Плюс подумай, что сказать бы Уолтеру. Ладно. Визитки так визитки. Ну, я скажу, конечно, да. Интересненько было. Местами скучно. Лучше на достижение «Я дома» лучше. Да, я скажу, конечно, да. Действительно интересно. Я уже повторил 1000 раз, да. Ну, сюжет интересный. Местами вот это единственное то, что приходилось там поразгуливать, пораспрашивать. Вот это единственное, что было скучновато. Остальное было интересно. Не знаю, я, за что я говорил, не успел договорить. Это то, что как бы игры снимать по часу, да, как бы игра проходит быстрее, но с такими, как бы, не знаю, минут может по 40 снимать. По полчаса, ну, я не знаю, напишите что-нибудь в комментариях. Потому что я без понятия, потому что я вот лазил по Стиму, ну, блин, игр нормальных как бы таковых нету. Самому выбрать сложновато. И как бы, ну, если бы кто-то, ну, может, предложил бы какую игру пройти. Больше бы, ну, то есть, я мог бы хотя бы выбрать, пройти эту игру или не проходить. Просто действительно самому сложно. Но все равно, спасибо всем, кто смотрел. Спасибо, что оставались. В общем, всем пока-пока. С вами был Большой Тиби. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Всем пока-пока.